204 беременных женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают ежемесячное пособие. Такое пособие – это мера государственной поддержки для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это беременные женщины, которые на первых сроках беременности, это в течение 12 недель, встали на учет медицинского учреждения. Здесь хочется отметить, что условия для получения данного пособия следующие. Это средний прожиточный минимум на каждого члена семьи не должен превышать, который установлен на территории Камчатского края. Это 25 223 рубля. Также при выплате данного пособия учитываются имущественные права. Это по движимому и недвижимому имуществу. Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума, который установлен на территории Камчатского края, и выплата составляет 13 746 рублей 50 копеек.